Да. Каблучки. 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 Тоже каблучки. Каблучки. Угу. Каблучки. Угу. Тут много каблучков. Каблучки. Да. Каблучки. Да. Каблучки. Да. Там в дырочке. Там пойдем. Здесь ничего страшного. Мама! Мама! Мама, почему? Своя вилочка, она не поломается. И я можно подбрасывать? Маме! Маме! Я мама! Мама, куда эта лодочка? Ну просто, видишь, там плавают, катаются. Я тоже на такой лодочке. Соня! Пойдем к курочкам? Каким курочкам? У нас здесь нету курочек. Стоит на пугачке.
Ну не пугай уточек. Соня! Ну, видишь, какая волна пришла? А почему волна? Потому что лодочка проплыла. Кто там, Сонечка? Но они не говорят, Бия. Ой, смотри, как хвостиком шевели, смешно. Папа тебе обещал, что покажет. Ты показал тебе козел. Сначала. А я тебе на детскую площадку. Я тоже типа. Так потом посмотрим еще коровок там. Бия. Козленок. Потрогай его. Ну потрогай. Ну, конечно, можно. Можешь в зеркало посмотреть и увидишь много обезьянок. Это не для мух, это для пчел, папа. Пчелочек. Ослик Мальвина и ослик Наполеон. Видишь, там папа, мама, поросенок и две маленькие свинушки. Да, и две мамы. Лисички Фердинанд и Цирилл. Черепаха-балерина. Где балерина? Смотри, как она ножку оттопырила. Ну смотри, как черепашка ножку оттопырила. Черепашка-балерина. Подойди ближе и будешь кормить рыбуни. Бросаем. Они как поросята, да? Ну, как свинки. Драка за хлеб. Такий мокрий пясок. Це бензі така дуже гурка, так? Так. Ти них нас не розвали. Ну добре. Тільки ти бензі розвалить нам, а ми спотаємо новим. Добре. Ну добре. А як птак якийсь прилетить і то що? То бензі його домик? Птак. Який птак? Ну такий дуже птак. Зробити окенко. Окенко для птака, так. Тільки то не є п'ясик для окенка. Він може залишити вам п'юрко. Так. Я хочу, щоб він нас залишив п'юрко. Так, два п'юрка. Два п'юрка для мамусі. Для твоєї бабці і для моєї мами.